Здравствуйте, друзья. Утро, понедельник. Мы находимся в магазине Target, и никогошеньки тут практически нет, кроме нас. Что привело нас в утренний час с Анной Леонидовной? Сделайте нам ручкой, пожалуйста. Вот. Привет. В этот магазин привело нас желание приобрести часы, потому что в моем офисе время практически остановилось. Вот прихожу там в 11 часов, смотрю, а показывают 9. Да, смена батареек, если кто-то хочет подсказать, значит, не помогла. Так вот, а еще у нас есть часы, которые просто в холле школьном висят, и как-то они упали. Знаете, бывает, вот так висят, раз упали. Ну, упали, ничего страшного, но разбилось стекло, которое там было. Мы смотрим, оно и без стекла неплохо смотрится. Ну, реально, вот так, такие хорошие часы, что со стеклом, что без стекла. Какой-то даже такой стиль появился у него, я бы сказал, немножко индустриальный. Да, я вам покажу, когда в офис вернемся. Ну и, в общем, подумалось, время не должно остановиться. И тем более покупки, они способствуют развитию экономики. Смотрите как. А, это свечи. Те, господи, я думал, это кружки. Это свечи. Да. Спиритуальные такие. Ну так что, часы-то где? Они все поменяли. Ну, раньше они были вот в том уголке, поэтому я вас туда и повела. Сейчас... Вот будильники я вижу, смотри. Где? Вот, прям вот, вот это. А где же настенные? Ну, я думаю так, там, где будильники, там должны быть и настенные. Точно, друзья, так вот оно и оказалось, буквально вот совсем рядом. Ну чего, часы мне нравятся, они такие хорошо все различимые. Вот кроме этих под дерево, это вообще кошмар. Вот эти коричневенькие? Нет, вот эти справа. А, вот. Там нету. Там, так это часы не для тех, кто точно хочет знать. Так, примерно. Примерно. Ну, что сказать. Большие, это вообще какие-то вокзальные. Да. Это чересчур. Нет, не надо. Наши, что в офисе висят, они серенькие. И я думаю, да, я тоже подумал вот об этих. На стене много места. $25 стоит. Берем. Так. Забирайте эти часы. Они с ручкой. Да. А мы думали, взять с собой корзинку или не взять. Потом думаем, пойдем без корзинки. Знаете, я обычно вот всегда беру последние, которые висят. Забрать. Равно. Давайте заберем последние. Не знаю, почему. Так, чтобы не разбить, а то я одной рукой. У них еще и клиренс. И смотрим, что за клиренс. Погодите. Надо было тебе взять. Ну, ничего страшного. Коробка нам не нужна. Значит, что за клиренс? Я, честно говоря, не вижу суммы. 17,48. Где? А, вот это вот маленькое, это 17,48 вместо $25. Берем. Это же кем надо быть, чтобы не взять на клиренсе. Оплатить полную цену. Значит, теперь нам нужны вторые часы. Вам в офис. Мне в офис. Те, что у меня сейчас, имеют такой деревянный, дубовый, можно сказать, оклад. Сзади нет ничего? Нет, сзади тут зеркала. Зеркала хорошие, но нам не нужно. Так, значит... Ой, господи, и они не, у меня там небольшие. Ну, мне часы почему важны? Потому что я когда онлайн-урок веду, я на них смотрю, когда начать, когда закончить. Вы можете сказать, а ты посмотри на компьютере, все равно на компьютере ведешь. Я с вами согласен, но хочется смотреть на часы. Так, взгляд бросил, знаете. Может быть, вот эти вот, они еще с секундной стрелкой тут. Это я, может быть, это лишнее. Вот, да, вот эти вот, вот эти. Mm-hmm. Я смотрю на те черненькие. Они немножко меньше, чем то, что у меня сейчас. Черненькие. Вот эти. Вот эти. А у меня в офисе есть что-то черненькое? Mm-hmm. У меня есть сейф, холодильник. Да, у меня много черного в офисе. Ну, давайте возьмем. Так. Хотя, а читать на них легко, как бы? Считывать. Ну, вроде да, вроде читается неплохо. Ну, мы можем и те взять. Светленькие, вот эти. Вон еще какие есть. Те тоже вокзальные какие-то, но маленькие. Так, что есть еще тут у нас? Эти вообще какие-то такие белые, что там как... Вообще ничего не поймешь. Эти, вот эти. Ой, что-то вот того, что было, нет. Ну, надо брать из того, что есть. Ну, мы можем, конечно, и в Walmart зайти. Нет, это чересчур. Ну, давайте, берем черные. Вот они, эти часы, которые мы сейчас будем менять.
индустриальный стиль. А вот это часы в моем офисе. Видите, как они тут пристроились. Нам поначалу казалось, что вот так возьмешь за ручку, да, этот чехол, и часы вывалятся. Но они не вываливаются. О, вот они вот такими винтами прикручены сзади. Я их уже открутил. Ну да, а вот покажите те часы. Те еще не откручивали? Те я еще не трогал, да. Но у них тоже, будь здоров. У них раз, два, три. О трех винтах. Так что просто так это все не вывалится. Так, вот у меня в офисе уже висит. Собственно, что там висеть? Там крючочек был, правда? Да. Так, ну-ка, закройте дверь. Вот я буду смотреть, как выглядит в целом. Ну, вот такое черненькое. Как бы, да? Ну ничего. Вы видите этот маленький крючок, дрючок. Сейчас вот Сергей на него что-то повесит. А время вы выставили, да? Да. Попытка номер два. Да. Пассатижами там поджали что-то. Да. Ну, вроде как. Ну что же. Так, Лена, вы как человек, который постоянно с этими часами будет общаться, как вы скажете? Хорошо. Есть какая-то изящность. Да. Знаете что, они даже немножко в стиль, вот мы кресла тут вот эти вот заменили на черные, были у нас такие красноватые, да. У нас теперь тут кресла черные, столик был черный, часы тоже черные, рамы черные на двери металлические. В общем, вот так будем в такой, можно сказать, черноте. Немножко. Протереть. Берем отпечатки пальцев. Это святое, это святое. Криминалисты вас поймут. Да, привычка. Все, друзья, отправляемся работать.